Приветствую вас. Давайте разберемся с тем, что вы написали. Во-первых, вы не задаете свой вопрос. Это первое. То есть у вас отсутствует вопрос как таковой, и его не дописали, и вам необходимо его, наверное, дополнить и сформировать, собственно, свой запрос. Это первое. Второе. То, что я могу сказать вам. Судя по описанию, у вас присутствует ревность, значит, к маме. У вас присутствует ревность. Вы ревнуете. Вы чувствуете, что мама, ну, как-то вот претендует на вашего партнера, вот, и как бы вам это тяжело, вы чувствуете нервозность некоторую. Вот, а как бы вы, значит, имеете конфликты с своим партнером. Из-за этого вы пишете, что очень много проблем из его ненормальных, наверное, вы хотите сказать, отношений с мамой. Вот. И возникает вопрос. Какое основное здесь противоречие? Что с чем конфликтует, что с чем, как бы, ну, не справляется, потому что вы выбираете человека, отношения, выбираете мужчину, вы выбираете себе мужчину, и с этим мужчиной, этого мужчину вы пытаетесь переделать. Вы пытаетесь переделать человека, пытаетесь его изменить, вы пытаетесь, ну, чтобы он вел себя по-другому, вы пытаетесь донести до него, что его отношения с мамой ненормальны, вы пытаетесь донести до него, что его позиция неверна, вы пытаетесь донести до него, что он должен как-то по-другому поступать, и при этом это влияет на вас, то есть негативно влияет на вас. Значит, мне думается, первое, это тревожность, основная проблема. Это непринятие партнером, то есть вы не можете принять полностью своего партнера, значит, вы не можете полностью принять себя. Это страх, ну, остаться одной, может быть, ревность. Вот, это, ну, наверное, чрезмерная такая фиксация на, опять же, партнере. Вот, в контексте реализации чего-то своего. То есть, вы хотите через мужчину добиться чего-то для себя. Ну, это вот, опять же, такая достаточно деструктивная штука. Вот, при том, что человека вы не мотивируете на изменения. При том, что мужчину вы не мотивируете на перемены, при том, что он человек не видит особо, ну, как бы, смысла меняться, да, человек не видит особо
зачем? То есть вы не можете вот не объяснить, да, не объяснить, это не совсем, наверное, правильная позиция, вы не можете раскрыть ему его цели. А его ценности, его формы отношения с мамой, ну, вас не устраивает. Вы ревнуете. И вы не можете определиться сами для себя. Вы хотите в этих отношениях находиться? Вы готовы принять такого человека с такими ценностями или нет? То есть вы не доверяете себе, с одной стороны. Вы не можете определиться, в своих предпочтениях, в своих взглядах, в своей позиции. И с другой стороны, на вас это влияет достаточно негативно. И вы обвиняете как бы человека вот в том, что вот, ну, такая ситуация происходит. При том, что он привык так со своей мамой, он привык так с детства, он большую часть своей жизни так живет, и его, очевидно, все устраивает. Ну, опять же, то есть против воли человека, ну, ничего не поменять, против воли человека ничего не переделать его. И это очень такая вот важная, достаточно важная штука здесь. Вот. Собственно, вы в этой ситуации жертва, вы находитесь в треугольнике Карпмана, можете изучить его в интернете, а вы являетесь здесь жертвой, мама является, скорее всего, преследователем-тираном, а мужчина – это статистик, который должен вас спасти от, собственно, мамы, да, от, ну вот от такой вот мамы, злой, мамы, да, все прочее, да, вот. То есть, как бы, контекст, он вот такой, контекст. И как бы это тоже очень осложняет ваши отношения. Если вы увидите, если вы посмотрите на свои отношения чисто вот со стороны, да, то ваша тревожность, страх, ревность, вот. По сути, все это упирается функционально в то, что вы соперничаете с мамой. То есть, как бы, мама, она вот, отнимает вас мужчину. То есть, вы конкурируете с ней. Если вы конкурируете с ней, значит, вы, ну, как бы, соперничаете с ней. Если вы соперничаете с ней, значит, вы в чем-то похожи. То есть, ну, не могут непохожие люди в чем-то соперничать. Они не похожи, они разные. Не могут соперничать, а вы соперничаете. И раз вы соперничаете, значит, вы по отношению к мужчине своему, скорее всего, ведете себя точно так же, как мама. То есть по отношению к мужчине вы ведете себя как родитель. И если и вашего мужчину, и его мать, в принципе, все устраивает, то вас не устраивает, ну, раз вы обращайтесь за помощью. И, соответственно, вам можно поменяться. Поменяться и, может быть, перестать, наконец-то, быть родителем для своего мужчины, стать для него девушкой, стать для него женщиной, партнером. И это промотивирует его на то, чтобы измениться, на то, чтобы стать, собственно, мужчиной, перестать быть ребенком, если он захочет. А, может быть, это приведет к разрыву отношений. Но то, что вы не уверены в себе, то, что вы, ну, по факту, конкурируете с человеком, который вам, в принципе, не конкурент. Это вот в первую очередь говорит о том, что у вас есть личностные проблемы, которые вам нужно решать. И решив которые, вы сможете быть более естественны, более спонтанны, более аутентичны, более конкурентны в отношениях. И это позволит вам быстрее понять, имеет ли, как бы, под собой какие-то основания ваши отношения с человеком или нет. И не станете тратить свое время на какие-то там пустые надежды, которые могут не сбыться. Но
ожидания которых может причинять вам очень большой вред, очень большой негатив, и генерировать очень серьезные обиды, какие-то вот серьезные рэкетные чувства, такие как злость, ненависть, агрессию, раздражение и прочее. Этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью к специалистам. Будем работать и обязательно вам поможем.